Итак, друзья, всем привет! Снова канал «Как в Америке». Я сейчас вышел из почтового отделения в городе Ванкувер. Вот этих писем мы ждали полтора года. Потрачена огромная сумма денег на восстановление очень важных документов. Это грин-карты наши, три конверта с грин-картами. В общем, у нас были проблемы с документами. Несмотря на то, что мы выиграли грин-карты, официально здесь находились, наши грин-карты потеряла почта еще в прошлом году. Ушло полтора года на восстановление. $1600 заплатили буквально вот пару месяцев назад. Я вам расскажу, будет отдельное хорошее видео, мы расскажем вам, что делать, если вдруг такие важные документы потерялись. В общем, как быть, какие формы заполнять, сделаем такое четкое видео. А пока что я очень довольный, еду домой, везу своим Тане и Марку карточки наши, которые мы ждали полтора года, черт возьми. В общем, вот так вот. Всем спасибо.